Всем привет, с вами Таня. Сегодня мы будем печь яблочные творожные кексы. Для этого нам понадобится мука, сахар, влажный хлебель, сметана, яблоко, 4 яйца и творог, и формочки, и 2 такие миски, и масло. Так, в каких же формах мы будем печь? О, в этих точно. А из этих еще. И будем петь еще. Вот в такой форме курицы. Ну, в принципе, все. Ну, в общем, какая бы я тоже делала. Сметана, творог. Маша, сейчас мы это все будем замешивать в миске. Можно сделать это на мясорубке, или на сито, или на вот такой штуке. А для чего? Чтобы комочки не заворачивались. Так. Ложок мы сейчас будем ложить 3-4 столовые ложки. Сейчас мы будем сливочное масло высыпать в эту же миску. И начинаем все размешивать в ту же миску. Ого, какая она вкусная! Однородная масса получилась, и скоро, когда она запечется, мы будем это все выливать в эти формы. Смешать яйца с сахаром. Кто не очень любит сладкое, тот поменьше сахара. Давай, высыпаем наконец-то. Я вот это, я боюсь. Сейчас я буду разбивать яйцо. О, нет. Почему? Давай. О, нет. А, это. Все. Сейчас мы это все размешаем. Ого, какая. Эта масса мне уже совсем нравится. Сейчас мы муку смешаем с разрыхлителем теста. Давай же. Let's go. Так. Какая тяжелая там. В отдельной миске мы добавили отдельный стакан муки. Сейчас я буду высыпать разрыхлитель теста. А давайте это очень быстро мешаем. У нас есть 2 крупных яблочка, и сейчас мы будем резать. Мы мелко-мелко их нарезали, и сейчас будем пробовать чуть-чуть.
вкусний? У нас 3 смеси. И сейчас мы вместе смешаем. Все насыпали в одну тарелочку, и сейчас будем смешивать. Вот так вот, если удобно, если все вот туда. Вот такое у нас однородное тесто получилось. Сейчас будем мешать, оно уже одним цветом почти. Быстро сделала. Так, что же мне выбрать? Я вспомню, где мы будем печь. Бабочки не очень что-то. Эх, миску не хочет что делать. Так, снегалика тоже, но не должны, конечно. Бабочки, мы не полно будем заполнять тесто. Может, 4 грамм или 5? На 100. Так, заполнили формочки, и сейчас будем отправлять в духовку. Сейчас мы будем туда ложить яблочки. Мы не очень много туда наложили этого. Вот так мы положили тесто там. Сейчас мы вот так мы положили яблочки и сверху зальем тестом. Мы все формочки заполнили. Осталось только делать снеговика, пирог и вот такую курицу. Вот еще одна у нас такая формочка получилась. Вот такой маленький кексик, то есть большой. Ой, какая курочка. Хочется чуть попробовать. Мы в разогретую духовку сейчас отправим вот такие формочки, рожечки, курицу и вот такой домик. У нас еще есть бабочки, снежки, главный снеговик. Но мы решили сделать цветочки, курицу и вот это, потому что теста хватило все-таки на этот пирожок. Сейчас мы посыпем это все сахарной пудрой. Такая кучка у нас получилась, такие цветочки миленькие и такой кексик. Ура! Печенье! Печенье! Нам очень вкусно. Пока, с вами была Тая. Подписывайтесь на наш канал. Пока!